Всем привет, ребят! Я рада приветствовать вас на моем занятии. Приготовьте, пожалуйста, ваше рабочее место и материалы. Сегодня для работы нам понадобится плотный лист бумаги, восковые мелки, черная гуашь, кисточка, жидкое мыло, а также зубочистка или другой острый предмет, о назначении которого я расскажу чуть позже. Сегодня мы нарисуем воскографию. Воскографию относят к гравюре только с помощью восковых мелков либо парафиновой свечи. Техника воскографии заключается в процарапывании черного слоя, под которым красочный цветной слой. Итак, сегодня, ребят, мы займемся воскографией. Воскография у нас, естественно, с помощью восковых мелков, либо с помощью парафиновой свечки. Это уже как вам удобнее. Но желательно, если вы будете рисовать восковыми мелками. Так, первым делом нам нужно закрасить альбомный лист восковыми мелками в хаотичном порядке, то есть так, как вам хочется. В дальнейшем мы с вами нарисуем осенний лес, красивый золотой лес. Поэтому цвета мы будем использовать осенние, то есть желтый, оранжевый, красный. Здесь много разных оттенков. Вот они, все оттенки желтого. Хотя кого вы называете, какие тут цвета? Темно-оранжевый, светло. Темно-оранжевый, светло-оранжевый, желтый. Два оттенка красных. Есть еще один оттенок красных. Так. Еще оттенок красного. Так. Очень много красного. Вот это, наверное, самый темный. Так, а розовый нам пригодится? Скорее всего, нет. Можно немножко салатового. Можно немножко... Так, какого еще? Наверное, немножко голубого под цвет неба. Ну и, в общем-то, все. Приступаем к покраске. Красочные слои должны быть достаточно плотными.
Так, лишние крошки восковых мелков мы смахнули. Теперь можно приступать к покраске, а именно черной краской. Итак, в черную краску мы добавим немного жидкого мыла. Это поможет более равномерному прокрасу нашей основы. Основа у нас цветная, из восковых мелков. Что черную гуашь мы аккуратно перемешиваем с жидким мылом. И начинаем прокрашивать. Ну все, теперь надо дождаться, когда этот слой высохнет. И если это необходимо, добавить еще второй слой. Итак, мы дождались, когда слой краски высохнет. Теперь можно царапать эту поверхность, чтобы у нас получился рисунок. А точнее, лес. Красивый осенний лес. Мы попробуем разные острые предметы. Только осторожно, не укалитесь. Зубочистку. Можно взять спицу вязальную. Желательно какой-то металлический предмет. Так. И пробуем нарисовать деревья. Пробую зубочистку. Тоже очень хорошо идет. Даже очень приятно процарапывается. Таким образом мы придумываем картину и процарапываем всю поверхность. У нас получается такая самодельная гравюра. Краем также не забываем хорошо прокрашивать, потому что вот если не хватает краски или мелка, уже сложно шкрябать. Старайтесь лучше полностью прокрасить лист, потому что бывает такое, вы надумали какой-то рисунок, а потом передумали. Захотели по-другому переиграть. Здесь у меня камыши. То есть, да, уже поняли, что здесь другой берег. А здесь будет у меня озеро или речка.
конечно, елочки зеленые. Ладно. Так получилось, что они попали под оранжевый. Гравюра у нас получилась. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.